Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием The Dead City Walking Zombies, или что-то там как-то такое. Друзья, в прошлый раз мы с вами просто прекрасненько затусили здесь. Смотрите, кстати, гранаты есть бесплатные, давайте возьмем без проблем. И игра, на самом деле, мне достаточно сильно понравилась. Вроде по лайкам она вам понравилась тоже, поэтому давайте-ка скорее начнем с вами продолжать. Давайте же посмотрим, кто у нас будет на 13 уровне. 13 это вроде несчастливое число, поэтому надеюсь, что у нас тут все-таки все будет хорошо. Друзья, ну а сейчас смотрите, у нас с вами вроде бы достаточно неплохо получается. Правда, надо было перезарядиться вовремя, но вроде бы... А что вот иногда бывает, видели, красная какая-то вспышка? Вот там, например, справа сейчас, ну, я так понимаю, враг. Да, да. Ух, нифига, теперь 3 приходится выстрела делать. Слушайте, это уже мощно. Я, правда, забыл еще как кидать гранаты. А можно вот так? Смотрите, пыль какая-то выбивается. А, так, у нас с вами 100% здоровья, 88% в голову и награда, соответственно, достаточно неплохая. 10 тысяч монет у нас есть и осталось еще 11 тысяч, чтобы открыть новое оружие. Я, если честно, уже жду. Хочется посмотреть, что за новая пуха будет. И хочется посмотреть на новых зомбиков, потому что эти мы уже, ну как бы мы их видели и уже хочется кого-нибудь помощнее. Эти почему-то вообще только по потолку лазят, непонятно почему. Так, давайте я перезаряжусь сейчас сам, чтобы потом в самый неподходящий момент не пришлось перезаряжаться. Еще раз перезарядочка. Сколько у меня всего патронов? 9. То есть, в принципе, по 3 патрона, по 2, это минус... Ну, короче, еще раз я могу спокойненько, вообще без каких-либо проблем застрелить зомбика. Зомби Майнкрафт, это, конечно, вам не хухры-мухры, дорогие друзья. Это, конечно, какая-то жестянка. Ух, это вообще достаточно просто было. Давайте дальше. Хочу дальше. А, что у нас здесь? 76 и 100. Без проблем. Так, слушайте, очень долго копится. Смотрите, еще 10 тысяч мне нужно, чтобы накопить на 2 пистолета. Очень долго. Ну ладно, я надеюсь, что все равно мы до босса дойдем в этой серии. И что-нибудь интересное здесь мы с вами получим. Например, новую пуху. Хотелось бы. Или... О, новый враг. И он уже намного мощнее. Смотрите, что происходит. Слушайте, мне кажется, мне его из гранаты надо валить сразу, потому что... Жесть, он с какими-то шприцами, смотрите. А жаль, что я не могу прицеливаться, кстати. Вот я сейчас об этом подумал. Вот именно прицел такой, как у снайперской винтовки, например, было бы очень даже интересно. И оттуда они же тоже должны выходить. Пока выходят только с двух дверей. Это было просто. Ну да, но это за счет того, что нам показали нового врага, которого будет крайне... О, смотрите, 100%, 100%. Которого будет крайне непросто убить в следующий раз, я так думаю. Ладно, пойдемте дальше, не будем особо, опять же, тормозить. Кстати, там, походу, можно играть по сети, потому что там написано прям, игра по сети... О, так. Промах, промах был, 2 промаха уже, 3 промаха, 4... О, жесть, 2! Ладно, надо будет кинуть в этого гранату, наверное. Как это сделать? Как это сделать? Как это сделать? Как это сделать? Быстрее! Давай, давай, кид... Фух, ребят, я, если честно, уже немножко напрягся. Я, если честно, напрягся, оказалось, что надо было просто на колесико нажать. Но это было мощно, хороший взрыв, могу сказать только так. А, ладно, у меня осталось всего лишь 2 гранаты, нужно будет их как-нибудь аккуратненько потратить, чтобы мы с вами не в ноль ушли, чтобы у нас с вами на босс осталось что-нибудь. Так, еще один враг остался. Где ты? Где ты? Вижу. Бай-бай. Готово. Уровень пройден. Друзья, ну да, пока что все достаточно просто, без каких-либо проблем у нас с вами это получается. Я думаю, что еще 3 уровня у нас с вами будет новое оружие, что, конечно, тоже очень меня радует. Как раз к боссу, походу, мы накопим. Окей. Кстати, смотрите, а вот то, что гранаты у меня... Вот, наконец-то полезли они отсюда тоже. Гранаты у меня, походу, только ограниченное количество на все уровни, да? То есть... Ах, со всех сторон, офигеть! То есть, если я одну потратил, то все, следующую я смогу получить только в следующий бонус, либо когда куплю. Ну, короче, да, здесь такая система непростая, не каждый уровень они обновляются. Так, ой-ой-ой, я думаю, что здесь лучше сделать так. Так, а как? Вот, 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 вот. Кидаю. Давай, взрывайся! Вот это было красиво, ребят! Это было красиво! Подорвали сразу 2 сложных врагов. Класс. Это мне реально понравилось. Так, сколько стоит... Нифига себе, одна граната 780. Ладно, тогда будем без гранат лучше. Тогда будем просто стараться застрелить наших врагов вот так вот. Блин, жесть. Очень дорого стоят гранаты. Я, если честно, даже... Так, ты это, через текстуру-то не пролезай, дружище. Давай-ка как-нибудь посторожнее. Я, если честно, думаю...
ладно, поможем ему, поможем. Я, если честно, думал, что гранаты подешевле стоят. Ну, ладно, ничего не поделаешь, конечно. Так, здесь готово, здесь тоже готово, кстати, впритык один патрон остался. Срочно перезаряжаемся. Ребят, игра вроде бы, мы на одном месте стоим, да? Здесь, по сути, движения никакого особо нет. Но она реально интересна, она реально мне сейчас нравится. По крайней мере, не знаю, может быть, я один такой, но по лайкам определим. Если нас много, то, конечно же, запишу продолжение. Так, вот, вот враг. Поехали, поехали, надо как можно срочнее в него бомбу перезаряжать, потому что... Еще раз, в череп. Все, вру. Их трое! Срочно, стреляй! Я думаю, что меня все-таки немножко задамажат, ребят. На этой локации меня еще ни разу не дамажили, но походу, что это будет первый раз. Шприцом прям, нет, не хочу! Один раз он меня шприцом кольнул. Иди отсюда, не хочу я с тобой дело иметь. Все, ну хотя бы больше 50%, все равно мы с вами награду получили, 2000. На следующий уровень я получаю с вами новую пуху. Вот это... А, ну то есть как раз к боссу. И он, походу, какой-то двухголовый. Ладно, давайте. Я готов. Если это поможет мне получить новую пушку, я готов как можно более четко во всех стрелять. Как можно более... не знаю, как это правильно сказать. Короче, побольше ставить хедшотов. Подожди. Не надо, пожалуйста. Все, перезарядка пошла, и это значит, что у нас с вами проблемы. 90%, кстати, всего лишь... то есть всего лишь 10% здоровья я потерял. Так что это вроде не так уж плохо. Так, давайте новую пушечку купим. Урон 50, а здесь у меня урон 25 всего лишь. Ну, то есть, сами видите, здесь все изначально уже лучше. Точность огня лучше, перезарядка лучше. Да, абсолютно все лучше, кроме перезарядки. Поэтому давайте-ка мы, наверное, сейчас прокачаем как раз-таки ее. Потому что мне нужно, чтобы перезарядка была поменьше. А все остальное у меня и так достаточно круто. Все, давайте пойдем на босса, посмотрим, что это за двуголовый такой просто чудище. Надеюсь, что у нас все с вами получится. Раунд с боссом. Так, значит, сначала будет 6 врагов, я так понимаю. Я так думаю, что все эти враги будут мощные. А, нет, сразу пошел, смотрите. Так, давайте сначала все-таки будем этих стараться уничтожать. И теперь босса. Жесть, какой-то двухголовый просто монстр. Так, давайте. Ать! Я не знаю, шприцы-то летят. Быстрее перезаряжайся, как же долго все перезаряжается. Давайте будем стараться по голове ему попадать. Еще ползет кто-то. Ладно, давайте сделаем так. Я не вижу другого выхода. Граната пошла. Оп, готово. Ну, ему нормально хпшки сняло, кстати. Реально неплохо достаточно. Так, здесь еще враг. Давай, давай быстрее. Еще немного, еще совсем чуть-чуть осталось. Одна перезарядка, я думаю, что это ГГ. Кстати говоря, он наносит всего лишь по 5% урона. То есть он достаточно слабенький на самом деле. Давайте его еще прострелим как следует. Вроде бы неплохо. 12 тысяч сразу заработали и получили какое-то там достижение. Так, 35 тысяч нужно для винтовки какой-то. Ну, я думаю, что мы можем немножечко здесь вот по... так сказать, поапгрейдить. Здесь я хочу в точность огня еще немного. Боеприпасов нужно по-любому побольше. Вот так. И урончик можно тоже, в принципе, повысить. Слушайте, мы можем все прокачать. Смотрите, только один уровень, по сути, прошли, а у нас уже полностью прокачаны две береты. Правда, денег совсем нет, поэтому придется на новую пуху копить заново. Ну что, пошли на арену. Опять надо повеселить наших друзей. Надеюсь, что что-то у нас с вами будет здесь все-таки поуспешнее, чем в прошлый раз. Потому что в этот раз с вилами, да? Понял. И при этом в этот раз враги-то у нас все со шприцами. Но я так понимаю, что они идут только оттуда. Так, ага, понял, как сражаться. Давайте, я готов. Слушайте, ну неплохо, кстати, сразу получил достижение Redneck. Это типа, знаете, такие люди, которые на ферме живут в Америке. Давай бей, ты чё? Он как-то странно, не в ту сторону начал бить. Которые живут в Америке, такие, типа, знаете, деревенщина. И вот у нас с вами достижение деревенщина. Ой, блин, ну все, они начали опять меня со всех сторон обходить. Почему в половину случаев я не попадаю вообще по врагу? Вот что я понять не могу. Потому что только по голове можно бить или что? Ладно, 3000 получили, и то неплохо, конечно. Давайте на новую локацию. Посмотрим, что у нас ждет в новой локации. Кстати, эти бочки можно взрывать? Нет, нельзя. Но хотя бы мы это узнали. А, тут какие-то туристы, да? Слушайте, ну... Плюс в том, что реально пушка стала намного точнее стрелять. Намного точнее. Видите, уже издалека можно вполне себе неплохо попадать по нашим врагам. Это мне очень даже нравится на самом деле. Так, перезарядочка. Кстати, очень быстрая перезарядочка, что огромнейший плюс. Ну, это был совсем изичный уровень, вообще никаких проблем здесь я не вижу. И 2000 мы сразу получаем. Слушайте, мы достаточно быстро можем накопить, наверное, новое оружие. Сначала откройте предмет. Ладно, давайте не будем смотреть. Это будет сюрпризом, какие оружия там еще есть. Итак, следующий уровень у нас 23-й. Кстати, смотрите, здесь будет достижение какой-то снайпер.
То есть это не босс, босс вот здесь, а снайпер это будет какое-то другое достижение, даже интересно. Давайте попробуем дойти до этого достижения, пройти его. Так, я вижу, что там... А, нет, это вроде обычный турист. Слушайте, пушка крутая. Реально, мне очень нравятся вот эти две береты, они реально классные. Реально можно с них наносить и урон, и при этом они перезаряжаются нормально, и при этом их патронов много. То есть вообще по всем полям это очень крутое оружие. Смотрите, как я сейчас точно выстрелил прямо перед деревом, застрелил нашего врага. Но сейчас, по крайней мере, ребят, благодаря этому оружию у нас вообще проблем нет никаких. Пока все по кайфу. Так, ладно, давайте 24 уровень. Я быстрее хочу дойти до снайпера, посмотреть, что будет именно там. Может быть, нам надо будет убить снайпера, или, возможно, нам надо будет стать снайпером. Пока что без понятия. О, видели, как вообще сквозь лестничку застрелил его? Красота. Вот это мне нравится. Зомби, кстати, правда, я не совсем понимаю, что именно я здесь делаю, почему меня посадили именно в парке. Ну, может быть, мы защищаем как бы нашу базу. И вот есть разные периметры, там больница, там, не знаю, парк, еще что-то. Но вообще это странно, зачем одноногого человечка посадили, или вообще безногого. Мне еще вторую ногу тоже отрубили, эй, зачем? Кстати, давно не видел видосов, почему-то перед больницей видос был, а вот перед этой локацией почему-то не было. Это, кстати, очень обидно, очень зря они так сделали. Так, ух ты, то есть тут по всему кругу можно крутиться, ребят. Так, давай застрелим его. Офигеть, то есть здесь они со всех сторон абсолютно могут застрелить. А, кроме вот этой. Но вот здесь вот так вот можно. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Я почему-то думал, что вообще круговое движение, но так тоже нормально. Так, этого мы вроде задели. Этого застрелили. Этого промазали немножко. Это ты кто такой? Что за бегун? Офигеть. Да уж, ну в парке бегунов реально много, поэтому ничего удивительного в принципе в этом нет. Так, здесь тоже прошли, и снайпер уже будет вот-вот, дорогие друзья. Так, у нас с вами осталось 21 тысяча еще, чтобы накопить на новую пушку. Снайпер пошел, давайте посмотрим. О, ребеночек, коснитесь экрана, чтобы пропустить. Давайте посмотрим заставку. А, что же такое? Почему ребенок вообще? Вот такой же вопрос. Это я так понимаю. Так, а как мне увеличить? Так, слушайте, прикольно. Это выглядит достаточно прикольно, во-первых, потому что новый какой-то вид уничтожения зомби, а во-вторых, потому что, блин, что там делает ребенок? Так, а у меня только есть одно увеличение, да? Больше увеличения, к сожалению, никакого нет. Слушайте, ну мне и так хватает, смотрите, довольно неплохо получается вроде бы. О, отойди от ребенка, не трогай ребеночка. Сейчас мы этих всех добьем, и вроде бы пока неплохо получается. Кстати, жаль, что не пробивает насквозь, это было бы вообще круто было бы. Так, уровень пройден, ну, вроде бы это достаточно было несложно. 88%, 100%, ну, в общем, все по красоте сделали, ребята, все по красоте. Так, давайте 27 уровень. Это, видимо, была какая-то перебивка непонятная. Ну, по крайней мере, по уровням я не очень понимаю, зачем они так делают, ребят. Все-таки можно было, наверное, как-то покрасочнее сделать, более сюжетку интересную сделать. Но, в конце концов, это просто зомби Майнкрафт, поэтому что от него можно ждать? Так, еще 7 врагов, насколько я... Ага, и тут уже пошли враги всех... А, ты с ножами, блин! Офигеть! Меня задел все-таки тот чувачок с ножами-то, ребят. Он, кстати, похоже, какой-то зэк, потому что у него татуировки были такие тюремные именно. Так, быстрее. О, прям в прыжке его уничтожил. Это было красиво, ребят, согласитесь. Так, и я думаю, что еще один уровень мы с вами можем пройти. Давайте 28 уровень заценим. И, ребят, если вам игра нравится, обязательно поставьте лайкосик, потому что именно от лайков зависит, когда выйдет следующая серия. Давайте сделаем так, чтобы она вышла поскорее. Пошел вон отсюда. И, конечно же, мы тогда заценим следующего босса, посмотрим, что он из себя представляет. Ну и в целом прикольно проведем время. Так, давайте это вот... Он что-то там застрял в дереве, дал мне лишнюю секунду, и эта секунда меня спасла, иначе он меня задел бы по-любому. Два раза промахнулся, это, конечно, очень отстойно, но ничего страшного. Так, слушайте, осталось 6 врагов, вроде бы не так уж много, но как-то что-то вот этого бегуна я хочу убить прямо сейчас. Есть. Слушайте, пушка мне очень нравится, она намного круче, чем предыдущий ствол, и я уже, если честно, жду винтовочку. Потому что винтовочка, наверное, еще круче нам. Намного... Ох, прям перед зарядкой. Это было мощно. Все, уровень пройден, ребят. Спасибо большое, опять же, что досмотрели до самого конца. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, если вы не хотите пропустить следующее видео. С вами же был Чинаски, я вас всех люблю. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока.